Интеллектуальной игре «Лига Индиго» в Твери исполнилось 3 года. За это время количество участников соревнований в сообразительности и логике с каждым годом становится все больше. Игроками становятся люди разных возрастов, профессий и разных взглядов на жизнь. Однако всех их объединяет любовь к игре. Правила игры достаточно просты. Необходимо собрать команду до 8 человек. Зачастую это друзья, коллеги, родственники или однокурсники. Впрочем, на самих соревнованиях можно обрести новые знакомства с интересными людьми. Сама игра состоит из 7 раундов. Каждый посвящен определенной теме и затрагивает одну или несколько областей знаний. Будут не только интеллектуальные вопросы, но также и особенный раунд, раунд-жесты, как популярная игра «Крокодил». Результат соревнований во многом зависит как от сплоченности, так и от эрудиции участников команды. Некоторые принимают участие в игре с первого дня ее появления в Твери и не пропустили ни одной встречи. Большинство нашей команды, да, мы играем с первого дня. То есть 6 человек – это наши стабильные. А 2 человека у нас периодически меняются. Сейчас мы занимаем 3-е место по рейтингу по России. Традиционные игры проходят в офлайн формате. Однако в период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, очные игры проводятся по возможности с соблюдением всех мер безопасности. Но продолжать играть участники соревнований могут и в онлайн-пространстве. У нас очень многие игроки Тверской лиги присоединяются и к онлайн историям. И мы бы хотели тоже пригласить всех принять участие вместе с нами и защитить честь города Твери и Тверской области. За время существования лиги в Твери было проведено 11 сезонов, где отыграно более 130 игр. В завершении вечера каждому участнику команды, которые добились больших результатов, организаторы подготовили подарки.